Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Юрьева Анна, юрист отдела патентования юридической компании Юрвиста. В этом видео расскажем вам о том, как защитить бренд от воровства. Вы придумали оригинальное слово, логотип, картинку, которую используете в своем бизнесе, и при этом понимаете, что конкуренты используют ваше обозначение, тем самым нарушая ваше право. Давайте поподробнее разберемся в этой ситуации в нашем видео. Итак, у вас есть бренд, который вы продвигаете или хотите продвигать на рынке определенных товаров и услуг, закрепив за собой четкую ассоциацию потребителя с вашей торговой маркой и производимыми вами товарами. Чтобы пользоваться всеми преимуществами вашего обозначения, необходимо получить для него правовую охрану. Это можно сделать, подав заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. В таком случае вы обезопасите свой бренд от недобросовестных конкурентов и от воровства, а именно за неправомерное использование иными лицами товарного знака без согласия правообладателя можно высудить штраф до 5 миллионов рублей. Пункт 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации четко прописывает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и услуг с более ранним приоритетом и с товарными знаками других лиц, охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с Международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Таким образом, подав заявку на регистрацию в Роспатент, у вас появится дата приоритета, которая дает вам преимущество перед всеми другими заявками, поданными после вашей. Никто не может зарегистрировать тождественное или сходное до степени смешения с вашим обозначением по тем же товарам и услугам, что и у вас. Правовая охрана распространяется на все товарные знаки, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в том числе и международные товарные знаки. Последние месяцы мы наблюдаем, что многие известные бренды ушли с российского рынка, а на их замену настойчиво пытаются взойти новые адидосы и идеи. Поданные на регистрацию подобного рода заявки в Роспатент стабильно получают отказ в регистрации на основании схожего до степени смешения восприятия с известными торговыми марками. Российское законодательство предоставляет правовую охрану для всех товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Поэтому законных оснований надеяться зарегистрировать новый товарный знак на базе старого известного бренда, только если не вы его правообладатель, нет. Таким образом, Роспатент правомерно препятствует недобросовестному использованию чужих товарных знаков. Чтобы успешно пройти всю процедуру регистрации товарного знака от начала до конца, обращайтесь за помощью к специалистам отдела патентования юридической компании Юрвиста. Наши юристы помогут получить правовую охрану, быструю регистрацию, подберут классы МКТУ, составят заявку на регистрацию и будут вести дело производства с учетом ваших интересов. И, как итог, вы сможете полноценно использовать свой товарный знак для вашего бренда. Успехов вам и до новых встреч! Пока!